Ух, я блеванул какой-то гадостью. Зато теперь намного лучше. Наверное, в этом весь секрет. Как перепьешь, главное блевануть. А ты блевала? Нет. Что, естественно, не безобразно. Ой, да со мной все в порядке. Ладно. Надо попить кофе. Лучше всего с похмелюги помогает травка. Куришь? Не особо. Что, нет? Нет. Совсем? Mm-mm. Утром косячок. Не курила и не курю. Да ты чё, в натуре, это же балдосное лекарство. От нее сразу все проходит. Джона как-то разбил локоть. Ну, мы забили косячок. Когда сгибает, что-то щелкает, но все в норме. Я поняла. Да. Ночью было круто. Но то, что я запомнил. Да уж точно. Да нет, нормально, классно отрывались. Да. А ты чем занимаешься? Я работаю на И. На телеканале? Ага. Забыл? Ух ты! Мы об этом говорили. И о моем повышении. Я и в клуб-то пошла отпраздновать. Забыл? Нет? Нет. Ну, запор в башке вылетело. Ну и ладно. Я просто на взводе. Сегодня беру свое первое интервью в эфире. У кого? У Мэтью Фокса. Мэтт, остаться в живых? Да. А знаешь, что в нем особенного? Что? Ничего. Что? Передает мне, что он мудозвон. Нет. Но больше некому. Да кому до него есть дело? Я надеюсь, что многим в этом и заключается моя работа. Сделать так, чтобы людям было интересно все, что он говорит. И я у него интервью беру. Ну, может, это я один такой. Только я считаю, что ему стоило бы навалять. Ну, на данном этапе спрашивать об этом неловко, и все же, ты где работаешь? Мы снимаем квартиру в складчину, а сейчас запускаем веб-сайт. О, круто, а о чем? Типа виртуальное путешествие, так? Ну, ты у своего компьютера. Угу. Какая актриса нравится? Мэри Тайлер Мур. Нет, она не подойдет. Нет? Нет. Допустим, ты любишь Мэг Райан. Так и есть. А кто ее не любит? Да. Ну и ты ее так любишь, угу, что хочешь знать все фильмы, в которых она показывает сиськи. И в какой момент она показывает свои буфера. Заходишь на нашу страничку, полный эксклюзив, набираешь Мэг Райан, бам, на перепутье, 38-я минута, 48-я и 1:10. Да она там весь фильм голая ходит, в полный рост, вид спереди. Oh. Да нас ее мехом скорее Гарри. Да что ты. Чем Салли. Я тебе покажу ее мохнатку. Хорошо. Круто? Да, я все-таки пойду, а то опоздаю. Жаль, ну, может тогда... Телефончик дашь? Ну, мы славно оторвались. Может, повторим? Я дам тебе свою визитку. Наверное, так будет лучше всего, да? Если захочешь меня найти, у меня мобилы нет. Сейчас нет. Из-за оплаты осложнения. Угу. Но ты мне можешь бросить на мыло. Адрес такой. Бен, собака, звездное мясцо, в одно слово, .com. Да. Да. Отлично. Круто. Да. Да. Клево. Я пошла. Рада познакомиться. Да. Да. Пока, береги себя. Ладно. Увидимся. Пока. Бывают же тёлки.